Один в районе кирпичка, два в районе эльки, которые возле цинка. Четвертый бежит туда, пятый бежит. Охренеть, это походу вместе. Не все вместе. Давай зажмем их со стороны. Они, возможно, сейчас будут уходить куда-то, надо их перехватывать. Я обхожу со стороны антенны радар. Давай. Ага, вижу, меня, по-моему, один увидел на дороге. Да, походу, спалил, блин. Два хита дал им. Меня тиммейты прессуют уже. Меня пушат. Отходи, отходи. Вижу. У цинка есть? Сейчас будут минус. Бля, пацаны, по мне. Сейчас один. За бетоном, Сань, за бетоном. У меня красный хп. Отходи, за бетоном, в спине сейчас будет. Сейчас уже за бетоном. Пушат, за бетоном вижу, вижу, тихо. Не вижу его. Он два хита, за бетоном. Убил одного. Ушел. Еще один у цинка ушел. У цинка? Да, один у цинка. Аккуратней, Саня. Возле забора был. У меня между гаражом и забором. Понял. По мне. Одному дал, хорошо. Две пули. Он где-то здесь. У меня один слева. Слева, за слева. Еще убил одного. Два кровотечения, Саня, уйди. Я одного убил. Хорошо, я еще одного. Ой-ой-ой. Там где я тебе скидывал лут. Я понял, да-да-да, там еще один. Сейчас я перебинтую. Выживи. Где он, Сань? Там же бегает. Убей, Саня. Вижу. Мабы убил. Хорош. Где еще? Ты в упоре убивался? Все. А, вот, походу, все, да. все. Он, сколько? 5? Я минус 3 дал. Я минус 1 дал. Я минус 1. Одному 2 пульки дал. Это был в заборе, который. Да, еще знать, где этот трактир был. Сейчас, короче, я хочу до окраины прям добежать, нахуй, по окраине пойти карты посмотреть. Мне кажется, ну, бля, вот здесь бы идеальная просто база, блядь, строить, но. Тут просто столько елок, и хуй ты найдешь, что, блядь. Тупо ставишь палатку, на нее камуфляжную сетку и все, забей. Опа! Че такое? На мне, блять, быстрей, нашел. Че на тебе? Метку, блять, какая метка-то, ёбан. Тут тело бегает. Убил. Нет. На окраине, тупо. Маркап. Это другой чувак, но тут, у них короче, есть три базы. Да, елки порублены. Блять, какая нахуй, какой квадрат. Блять, по мне стреляют. Я бегу до тебя, Сань. Ебать. Я пытаюсь сейчас, короче, квадрат хочу запомнить. Я боюсь сейчас на салют просто. Квадрат, короче, 0.78. Я на тебя прям рядом поставил. Рядом Симург. Симург рядом. Я бью к тебе.
Где-то в елке сидит еще один тип. А, ну вот как раз я за таверной за этой бегаю. Ты убил, да, Клаш? Да, 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 еще одного убил. Вот понять, это. Да, с калашом это он по мне стрелял. Ух ты ж! Тут еще третий! Саня, аккуратно. Как он не умер, я не понимаю, я ему ёбнул, блядь, с этого. Пуля выше, что ли, ушла, блядь? Прямо в него, то есть. Пизда, у меня забагалось. Я, короче, ствол иди скинул возле этой. Пизду, неохота проебывать. Машина здесь на базе загасилась. А там что, база прям у них? Да, у них тут уже прикрыта дверка. Они, видишь, забор обставили вокруг. Да я туда даже не бегал, не смотрел, я сейчас подбегаю к тебе. Нихуя вот себе. Забор еще можно открыть без кодлок. Дай, подожди. А, блядь. Сейчас я кодлок свой поставлю. У меня забагалось, я опять захожу. Блядь, Миша, ты поставь кодлок. Я скину. Давай, давай. Все, красавчик. Какой пароль напиши там мне в стиме. Подожди-ка, вот только что сейчас, блядь, промелькнул. Чё, чё-то я не понял, чё забор закрыл? Блядь. В окно полезем. Чё произошло? Да я закрыл, нахуй, ворота ебучие, блядь. У них здесь ворота ещё были открыты, блядь. Саня. А я думаю, что-то закрыть появилось, блядь. Дай мне плохой губец, пожалуйста. Подожди, сейчас. Сейчас просто нас похоронило, блядь. Ты просто нас похоронил. Слушай, по-моему, они вернули сет. Бинго! Блять, я не верю просто, как просто можно, блять, Сани убить двоих разом. Это просто нечто, Александр. Попробую пока 1-1-1-1. Я ж пробовал. Хуй на карантин закрыл Сани. Ждем, когда нас откроют, блять. Саня, пошел нахуй. А как ты открыл? Я взломал пароль, блядь. А какой был пароль? Какой пароль? Иди здесь попробуй открыть эту дверь. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пароль был, блядь. Блядь, я даже не думал, что настолько просто будет. А здесь не такой пароль. Тут две башни такие хорошенькие. Ты сейчас на ней прям? Да, я прям на ней. Вообще, по идее, можно попробовать. Да нет, это хуйня ебучая, тут можно запрыгнуть, но перепрыгнуть, да. Все, я зашел. Я наверху. Здесь лучше подсадка. Садись. Да я даже тут стоять, мне кажется, могу. Давай попробуем стоять. Давай, сядь. Так, подожди, правее чуть-чуть отходи. Чуть-чуть назад отходи, назад. Пробуй запрыгнуть. Есть. Хорош. Изи просто, блядь. Так, надо стрим туда включить, посмотреть хоть что-то.